В рамках совместного проекта благотворительного фонда «Сила добра» и Союза женщин России «Хрустальное сердечко» в Коми приехал кардиохирург из Калининградского федерального центра. Там оперируют детей с врожденными пороками сердца. Из нашей республики квалифицированную помощь получили уже больше 50 маленьких пациентов. Всех их кардиолог Вячеслав Белов осмотрел совместно с нашими медиками. За работой из Кулапа наблюдала Виктория Палкина. Только в этом году Вячеслав Белов прооперировал почти 40 юных жителей Коми. Все они идут на поправку. Это подтвердил осмотр, который провел доктор из Калининграда совместно с нашими кардиологами. Показали из Кулапу и других детей с тяжелыми пороками. Четверо из них сразу получили направление в Федеральный сердечно-сосудистый центр. Мы коррегируем любые врожденные пороки сердца, которые на сегодняшний день есть. Единственное, что не делается, это трансплантация сердца у детей, но это чисто юридическая, да, невозможность, не техническая. Любой ребенок, который к нам обратился за помощью, если у него есть врожденный порок сердца, он может получить эту помощь и на достаточно высоком уровне. Ежегодно в Коми рождается больше 120 детей с пороками сердца. Оперировать необходимо всех. За тяжелых пациентов наши кардиохирурги не берутся, отправляют их в ведущие клиники страны. Вот благодаря, я считаю, Калининградскому центру, у нас за последние 2 года та очередность, которая была из тяжелых детей с серьезными пороками, которым изначально было отказано в других федеральных центрах, почему вот это у нас очередь сейчас практически исчезла. По подсчетам медиков, чтобы закрыть очередь полностью, нужно максимум полгода. Тем более, что благотворительный фонд «Сила добра» готов и дальше брать на себя все организационные вопросы. Есть дорожные расходы, есть организация размещения, есть проблемы с оплатой к месту консультации с дальних районов наших деток, потому что не все семьи имеют хороший достаток и могут себе позволить приехать из Воркуты, из Усинска, из Печоры. По словам самого Вячеслава Белова, такая обратная связь очень важна. Возможность лично увидеть, как прооперированные дети идут на поправку, упускать нельзя. К тому же выезд специалиста на место – это гораздо проще и дешевле, нежели отправлять десятки пациентов за 1000 километров от дома ради консультации. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал «Юрган», Сыктывкар.